Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня, как всегда, коротенький выпуск, обзор того, что сделал. Помните, говорил про кормушку, да? Теперь я еще сделал такой круг. Вот, видите, и она удерживает корм, чтобы он не расползался. Конечно, там она, когда рыба кушает, иногда вылетают от две штучки, но все равно. И мне она очень нравится, я ее сегодня сделал. Обычная гофра. Я примотал веревочкой, чтобы это не уплывало. Вот. Спасибо, что посоветовали сделать вот эту штуку. Я уже доволен. Второе. Я все-таки вернул аэратор в воду. Объясняю почему. Вот я его только включил, а уже вон сколько, вон какашек плавает, да? Видно, да, сколько фекалий. Почему я это сделал? Мысль пришла внезапно и очень бурно. Я думаю, блин, почему не очищается вода? Столько воздуха подается, столько растений, вон уже огурцы ровно 2 метра. Вон, они даже не влазят в телефон. Уже скоро по потолку пойдут, но это отдельное видео я сделаю. Вот. И до меня доперло то, что в пруду обязательно должна быть аэрация такая мощная, чтобы взвесь вот так крутилась, засасывалась насосом и проходила через механическую тонкую очистку. Потом биозагрузка, да, чтобы там очищалась от всяких химических соединений. И уже дальше вытекало обратно. Потому что, ну, странно, да, вот, ну, такой вот, представляете, сколько вот, грубо говоря, вот моя биоплата, труба. Вся вода проходит только через нее, нет застойных зон. Вот здесь растет, да, клубника растет, уже пересадил, туда клубнику пересадил. Вон перец, помидоры, все растет, все прекрасно. И думаю, блин, ну, что ж такое? Вот, короче, сейчас новый эксперимент. Я думаю, что результат не заставит себя ждать. Также наперед забегу, что я заказал озонатор. Будем ждать, когда он приедет с AliExpress, и будем тестировать. Ну, просмотрев очень много литературы, видео и всего прочего, начитавшись, я понял, что это лучшее средство в борьбе с цветением воды и с прозрачностью воды. Вот. Так что такие вот дела. Ну, фикус. Хоть и листья поникшие, но они вон зеленые какие, темно-зеленые. А все почему? А потому что я поливаю водой из пруда. Она очень крутая. Вот, так что такие дела. Так, кратенько пробегусь. Цветы. Цветок хреново растет. Цветок хреново растет. Земляника загнулась, я так понимаю. Мята, ну так, что-то непонятное. Базилик, ну, вкусный. Вот, я его каждый день по 3 листочка съедаю, утром, в обед и вечером. Вот, он дает другие. То есть остались вот родные листья, это вот, вот большие только. Остальное все съедено, с едой, еду тоже отщипываю. Очень полезно и вкусно. Так, земляника более-менее. На чеснок забил, на укроп забил. Туйка, не знаю, что с ней, наверное, в тенек ее надо. Поставлю я в тенек. Вот сюда. Может, перегревается. Так, что у нас тут? Салат. Томат. Томат другой. И вот сын тоже посадил. По клубнике дала много усов, вот усы, вот корешки и уже новые усы. Будем, сейчас подставлю стаканчик с водой, буду туда закидывать. Вот я их чуть-чуть рассадил. Ну, вроде все, аэратор вниз поставил. На этом все, я думаю, вот у меня подсветка вечерняя. На этом все, буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, делитесь с друзьями и увидимся в новых видео. Всем пока!